Angel, Earth Angel, will you be mine? Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие грядки. Сегодня с вами снова я, Тика Надя. Сегодня, наконец-таки, мои долгожданные покупочки с Алиэкспресс, которые пришли буквально на днях. И вот я их всех собрала, чтобы показать все вам. Вот здесь, как видите, все канцелярское. И вот такой вот ободочек, который я тоже очень давно ждала. Такой вот он кружевной. Он сделан не очень аккуратно, но на голове он смотрится очень симпатично, мило. Я обязательно вставлю фотографию. Вот так вот он сделан. Золотистой такой тканью прошит. Ну, очень милый, очень симпатичный. Посмотрите, какие здесь милые ушки кружевные. Вот, они очень маленькие, я думала, они будут покрупнее, но они прям очень маленькие на голове. Вот. И так что такие вот ушки. Я ставлю ссылку внизу, ставлю цену и также обязательно напишу и также обязательно покажу фотографию. Итак, далее у нас было много скотчей и штемпельные подушечки. Я покажу сначала вот эти два скотча прекрасных, которые я тоже ждала. Они очень быстро пришли. Вот такие вот градиентные скотчи со звездочками. Как видите, они разные оттенки здесь передают. Очень красиво. Вот здесь такая огромная намотка. Они все блестящие. Полностью. Да. Второй сердечками, как видите, тоже он градиентный. Здесь от темного к светлому. Очень красивый скотч. Очень красивые блестки. Скотч очень легко клеится и держится намертво. Также много намотки здесь, вот как видите. Давайте сейчас я открою вот эти все скотчи и покажу вам их поближе. Итак, ребятки, давайте сначала протестируем штемпельные подушечки. Я заказала три вот таких вот разных. Золотая, серебряная и белая. Я хочу протестировать золотую. Так вот она открывается у нас. Здесь есть силиконовый штамп из моего набора, тоже с Алиэкспресс. Должен получиться вот такой вот листик. Сейчас мы попробуем с вами его расположить так, чтобы он полностью у нас отпечатался. Вот, подушечка, конечно, очень маленькая, но я просто заказала на пробу и жду, когда еще придет побольше подушечки. Вот, и надеюсь, что если у меня все будет получаться с ними пользоваться, то однажды я закажу большую совсем подушечку. Вот. Давайте посмотрим. У нас отпечаталось. Сейчас я прикрою подушечку, чтобы не испачкать конверт. И давайте попробуем приложить вот так вот. Сейчас. И давайте посмотрим. Оп! У нас листик получился. Давайте еще один. И еще один есть. Переливается. Надо почаще ее туда промакивать. Тогда у нас будут получаться листики. Ну вот, в общем, я сделала немножко листиков. Потом я их подправлю, конечно же, сделаю получше. Вот. Но вот эти вот самые яркие, самые классные получились. Прям действительно листики. Итак, давайте теперь перейдем к этим 5 скотчам, которые были в наборе, в коробочке пластиковой, которая была крайне неудобная, и я ее сразу выкинула. А здесь у нас 8 мм на 5 метров. Вот такая вот намоточка. Все скотчи бумажные. Они вообще для ежедневников и разных всяких поделок, работ. Ну, как здесь вот показано, можно даже, что у нас тут разные поделки делать, да. Вот. Мне очень они давно нравились, я очень сильно их хотела. Такой вот здесь желтый с полосочками есть зеленый такой вот, но
Я в основном заказывала из-за этих трех скотчей, потому что очень такие ходовые здесь оттенки и дизайны в точечку дотсы. Они очень приятные, неяркие, такие пастельные оттенки. И ими будет классно декорировать письма, а также страницы в ваших блокнотах. Далее идет три вот таких вот скотча, я уже их вскрыла. И на каждой коробочке показан дизайн этих скотчей. Сбоку есть окошечко, через которое видно сам скотч. К сожалению, ни на одной из коробочек не указано, сколько здесь метров и сколько миллиметров. Но я думаю, что если судя по вот такому сравнению, да, то здесь, наверное, 7 метров, как обычно бывает на AliExpress, и 8 миллиметров, наверное. Ну, может быть, чуть-чуть шире. Сами скотчи очень красивые. Посмотрите на их дизайн. Он очень-очень-очень красивый. Такие цветы здесь. Ботаническая тема. Посмотрите, какой это тоже очень красивый. И вот этот. Тоже очень нежный, с листочками. Тоже такая ботаническая тема. Мне они все три напоминают о Японии, когда начинают все цвести там. Я выбрала именно эти дизайны, потому что по оттенкам они мне больше всего понравились и показались интересными. Особенно вот этот желтенький. Мне кажется, он самый красивый. Так что вот такие вот дела, вот такие вот покупочки. Надеюсь, вам что-то было интересно. Надеюсь, вам что-то пригодилось. И всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.